В Гомеле прошел второй тур детской гандбольной лиги «Зубр Кап». В младшей возрастной группе соревновались команды группы «Б». Среди них и дружина Гомельского центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта. Хозяева площадки во втором заключительном туре предварительного этапа стартовали с поражения от фаворита столичного «Арцора» 8-11. После гомельчане со счетом 16-11 одолели команду «Лепеля». Крупно обыграли «Оршу» 21-5 и «Слуцк» 16-4. Оказалось, что решающим за право попасть в восьмерку сильнейших был матч с командой «Лепеля». Безоговорочным победителем группы стала команда «Арцора». Вторую позицию оспаривали «Гомель» и «Лепель». После двух туров в активе обеих дружин было одинаковое количество очков, и в ход пошли дополнительные показатели. В частности, разница мячей, заброшенных в личных встречах. Лучший показатель оказался у гандболистов из «Лепеля». Им досталась вторая строчка в турнирной таблице и путевка в восьмерку сильнейших. Команда гомельского «Арцора» весной будет оспаривать места с 9 по 18. Параллельно с играми в Гомеле в Могилеве проходил второй тур среди команд группы А в этой же возрастной категории. Там выступает дружина гомельская «Издюшор» номер 10. К сожалению, гомельчане не блистали. 8 поражений в 8 матчах. И 5-я позиция в турнирной таблице группы. Всего же в младшей возрастной категории турнира выступают 18 команд. Они разделены на 4 группы.